Во Владимирской области выявлен 451 случай заражения коронавирусом за сутки. Это на 9 больше, чем днем ранее. Госпитализирован 41 человек. Накануне в больницы попали 12 пациентов. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 161 740. В лидерах по заражениям Владимир 141 заболевший за сутки. На втором месте Гусь-Хрустальный. Там выявили 71 новый случай. На третьем Муром 62 заболевших. За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов. Общее количество погибших за все время пандемии 3516. Число выздоровевших 250. Всего болезнь победили 149 993 жителя области.